Утром я встаю в основном в 7 часов утра, до полвосьмого с женой поем, оденусь, как говорится, приготовлюсь к рабочему дню и уезжаю на работу. Рабочий день начинается полвосьмого с выездом на работу. Обязательно, в основном, ежедневный утренний объезд по санитарной очистке в обязательном порядке. Это у нас сходы происходят. Прием у нас каждый день, независимо от того, приемный день, неприемный. Бывает, когда приходят люди раздраженные, которые даже прекрасно понимают, что много сделано, но каждый человек хочет, чтобы было сделано сегодня и сейчас. И когда эти люди приходят и, мягко говоря, иногда хамят, конечно, бывают моменты, что хочется бросить и, как говорят в таких случаях, пожалеть свое здоровье. Но эти моменты быстро уходят. Работа в основном заканчивается 7-8. Я считаю, что работа госслужащих должна быть целеустремлена на три вещи. Быть самым лучшим в своей стране, быть самым лучшим для своего города и, самое главное, быть самым лучшим для своего населения, ради которого и необходимо работать. Я свою работу люблю, потому что мне очень приятно, когда приносишь пользу не просто своему государству, своему народу, а самое главное, своему городу, своим соседям, своим друзьям, всем тем жителям, которые к тебе обращаются.